Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев встретился с галицинскими волонтерами. Их пункт сбора гумпомощи находится на Коммунистическом проспекте в доме номер 22. Добровольцы включились в работу с первых дней начала спецоперации. Сегодня их уже 300. Принимают, сортируют и отправляют грузы. Изготавливают маскировочные сети и окопные свечи.